все. Раз. Да не в стороны. Пять, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мне 10 лет. Да. Да? А мне ты... свитерки подарят. Все как ты любишь, да? Как я люблю. Так, шапка грязная, это ж вы ходили в футбол мне играть. Заправляю постель. Родители, сегодня у Сижуни день рождения, как вы уже поняли. Ватное одеяло ему подарили. Так как у нас постельная пошита под конкретные размеры, у меня двухспальное одеяло, у Сержуни полуторное, поэтому у него полуторное одеяло, ватное, но толстое. Посмотрите, теперь у нас будет такой прям большой перепад по высоте, потому что у него было достаточно тоненькое, такое уже старенькое достаточно одеяло, и он хотел прям именно такое ватное, тяжелое. В общем, он доволен. Григорий, встаем, я заправляю постель. Ну, давай проверю. Грише задали учить вот мороз своего, да. И то не весь. Да, и то половину. Готовлю обед. Здесь куриные бедрышки и грибы, которые я разрезала на 4 части. Добавила сюда гранулированный чеснок и приправу для картофеля. Вот такую мы вчера купили в Магните. Камис, чеснок гранулированный, к рыбе я купила. Вот. И здесь сейчас рыбой шло вот такое вот чудо. Это зажим для пакета. Честно, здесь вот есть некая инструкция, как им пользоваться. Но мне, честно, удобнее загнуть вот так вот. Примерно там к рыбе, к картошке, там просто черный перец. Я вот несколько вот так приправ, которые я обычно, ну, то есть к мясу, да, например, использую. Всегда одни и те же. Я их вот так вот сейчас соединю вот таким вот зажимом, который я покупала в фикс-прайсе. Их там много в пакете. И будет здорово. Сейчас все покажу. И вот так вот все происходит и хранится. А вот это вот сразу выкину. И рыбку буду сейчас мариновать. В общем, здесь у меня будет гречка. И сейчас вот обжаренные грибочки и курочка. Сейчас еще лук сюда добавлю. И все это будет в мультиварке готовиться с гречкой. Теперь гречку с мясом, с морковкой, с луком. В общем, со всем я кладу в мультиварку. Включаю режим крупа. У нас 125 минут. Посолила немного, поперчила. Все. Через 25 минут будет готов обед. Все, обед приготовила. Гречка, мяско, грибочки. Салат сделала с капустой, с огурчиками, укропом. И здесь подсолнечное масло и, забыла, как это называется, лимонный сок. Вот. Так что сейчас пообедаем. Повезу Гришку в школу. Всем привет! Я еду за Антохой, он на танцах. Сейчас куча WhatsApp сообщений. 5.01, то есть 5 января, Антошин класс собирается в поездку. Дети в музей сказок. Вроде бы классное, мне кажется, место. Но не знаю, навряд ли мы поедем, потому что 5.01. Я не могу обещать, что мы поедем, потому что не знаю, что мы будем делать. Тем более эти новогодние каникулы. Мне лично хочется провести вместе с детьми. И учитывая, что нам еще ехать в Аквалоу с 9 по 13, то как бы мне прям очень хочется, чтобы это было, были семейные какие-то выходные, семейные дни, ходить в гости. Поэтому навряд ли мы поедем в поездку. Все, Антоху я забрала. Расскажи про танцы. У меня шапка из Сочи. Пока ждем, прочитали все вот эти вот надписи. Шаурма, гирос, сосиска в лаваше, гамбургер, там картошка фри, чай, кофе. В общем, Антоха все здесь читает, все, что написано. Оказывается, у нас еще есть гостиница. Я и не знала. Я делаю греческий, у нас жарятся отбивные куриные. Сижу, у меня сейчас гуся и яблоки, конечно, да? Уменьшились. Это ж выкидывать уже. Ага, шпажки, да. Антоша накрывает на стол. Пойдем... Чуть-чуть поближе, вот так вот. Мама, примерно. Это очень близко, кажется. Нет, вот так хорошо. На
Значит, это вот сюда. Вот сюда вот ставь. Угу, вот так вот примерно, хорошо? Аккуратно только, аккуратно. Все, Антоха накрывает. Афонька заснул. Поэтому Афоня сейчас спит. А он сам заснул или папа? Нет, он сам. На своей? Да. Гусь а готов. Гусь. Сейчас куда-то придумаем. Не знаю. Чтоб захватало все. Да? Ну давай. Афончик, что ты делаешь? Я первый бью. Нет, Лоша, Лара. Ножницами? Дети, это просто стеклянный шкаф, и он может разбиться. Тогда я не играю, я не хочу быть виноватым. Давай. А Трошик хочет быть виноватым. А там я все не разрешал, мама. Хорош, гол. Куда? Я думала, 34, смотрю. Палить так палить, сейчас зажгу, зай. 34 осталось только зажигать. Потом дети появляются. 35. Мы все сидели и думали, какое ты желание загадаешь, дочку или окна в баню? На баню я и так ставлю. И без желания. Или собака. Что окна в баню? И без жены. Нет, такое желание я не потяну. Даже сам себя. Что там много? Надо блокнот, что-то я это, до хера. А тебе свой или мой? Подожди, а ты вот так будешь делать? Да, торт в лицо! Есть хоккей! Я тоже думаю, у меня шитам. Ну! Да. Ура! Даня! Какой Афоня взрослый, как посмотрели. Ну да, ужасно. Так ты понимаешь, Афон сейчас перед вами что-то, ну, температура, чуть-чуть нарафена, потом... Не зажжёт. Не зажжётся. Я хочу рубашку. Пошёл. Не, пришел, дайте мне рубашку. Сейчас, подожди, я тебе... Зай, ну вместе, пишешь. Давайте с Зоей вместе. А раз, два, поехали. Ну все, будем смотреть. Свечка термоядерная. Ура! Ну что? Подожди, я теперь... Спасибо, гости дорогие! Ита, а теперь включай свет, и я ж тебя сфоткаю. К нам приехал очень известный артист и хочет подарок подарить вот нашему имениннику. Встречаем гордо! Ура! Блин, это... Главное улыбка. У настоящего артиста должна быть улыбка на лице. Тетя Оля выйдет и все равно насчет улыбки. Улыбаться. Я это заметила. Тянет бабка, аж
он решил позвать. Надо ж старикам помогать. Есть работа. Ha ha ha!
посудомойку включили. Все, концерт окончен, мы спать. Сейчас еще только стирку включу. Мне сегодня какой-то супер-пупер взрыв на голове. В общем, все. Сейчас еще посудомойка, стирка, все будет работать, потом мы идем отдыхать.